Яков хочет сниматься. Яков, давай поснимаемся. Давайте, такой у меня худенький. Худенько, маленько. Вот она такая. Вот она такая летающая киска. Такая летающая. Смотрите, какой худой. Ужас. Ужас, совсем охудел. Посмотрите, это что за кот? Это ж не кот, это ж кошмар какой-то. Это ж просто дистрофан вообще. Тебя лечишь и от глистов, и от всего. Что ж такое-то? Что ж ты за порода-то такая? Отощая. Что ж ты за паскуда-то? Как мне тебя откормить-то? Я ж не знаю. Ой, сердечко бьется. Ой, сердечко. Так, ты будешь или нет делать что-то? Ты будешь? Нет, мне помогать. У нас курица сеет. Она меня прямо вымораживает. Я тут наснимала пару эпизодов, как она это делает. Поэтому... Так, вентилятор шел по акции. Он стоил 500 рублей. Вот такой это вентилятор. На обычный. А как его собирать? А то мне один-то собрали. Еще какая-то штука такая, боже мой. Короче, сейчас он 1000 стоит, чуть позже будет 1500. Ой, это какой-то сложный что-то. Мне кажется, нас всех убьет после сбора вентилятора. Только и просто. Я не знаю, ну хоть бы ты, скотина, прятала там, я не знаю, ну, сигарету свою. А то она демонстративно свесилась с балкона, курит и кидает эти окурки, короче, и вот это вот, ну вообще оборзела. Я, конечно, очень терпеливый человек, я уже жаловаться начинаю куда-то, если меня уже достали, но придется на нее написать заявление. Если участковый не рассмотрит, то в прокуратуру. Капец, что я должна? Как я должна вообще теперь это все дело делать, а? Вот в компьютере все просто. Вставил, как говорится, во что входит. И все окей. Крестовая подставка, сборка, установка. Тут еще и этот, что ли, нужен? Что еще вам надо? Так, заглушка. Так. Господи. Боже. Тут еще и шурупы, наверное, есть такие. Такая, о, тут еще и шурупы есть, секундочку. Так, вот эти вот нужны для вот этого. Ой, тут еще какие-то, о, боже, я не могу. Это вообще какой-то кошмар. А, это для особых дебилов. Тут даже подсобрали чуть-чуть. Молодцы, спасибо. Спасибо. Вы меня очень выручили. А это что такое? И что? Ой, боже. Какая-то подзорная труба. А куда что-то? А, это вот эти. Все. Это, наверное, вот так вот, короче, вставлять. Да. И на них вот эти штучки. Так, хорошо. А почему тогда? А что, ты такой высоты, что ли, всего лишь? Такой маленький? Я знала, что здесь подвох. Прикиньте, он оказывается такой высоты всего.
Я поняла, почему он 500 рублей стоил. А здесь написано 52 сантиметра. Ну, конечно. А мой-то выше. Мой-то выше, понимаете, чем 52 сантиметра. Тот, который я за 1200 брала. А этот-то вот такой получается, прикиньте вообще. И как мне его, на что мне, на подставку его ставить, чтобы он меня вентилировал? Проще этот купить. Как он называется? Все, короче, я тут сама буду. Все, я пойду полежу, у меня аж прям стресс. Надо Сереже позвонить. Это очень сложный процесс. Вот он у меня лежал полгода почти. О, а тут, а эта штука, это вот отсюда, я так понимаю. Ага. Господи. Зачем сложно столько конструкций? Чем, кстати? Он же не китайский, все на русском написано. Или как его вообще? Не могу, у меня стресс. Пойду полежу. Да собираю, вам покажу, как он крутит, вертит. Вентилятор напольный, пластик, металл. А, нет, производитель Китай. Смотри, как китайцы хитрожопые стали. Ох, как они. А вот эту как вставить штуку. Мне кажется, тут детали каких-то не хватает. Яков, иди помоги мне. Яков, выйди с балкона. Там хитрый какой-то ворон появился. Он хочет Якова захватить в свой плен. Знаем мы это воронье. Но как его вставить-то, я не понимаю. Мне кажется, здесь что-то не хватает. Подождите. Что-то не понимаю. Ну вообще здесь нарисована еще какая-то штука. А что это все было? Слушайте, здесь какой-то детали не хватает, реально. Потому что вот эти вот, прикиньте, вот тебе 500 рублей. А вот это вот, а как ее прицепить? Тут еще должна быть одна длинная штука, а ее нет. Поняли? Прикиньте. Вот это поворот. А что тут должно быть еще? Пипец. Ну как? Ну вот оно, да? И вот это. Ее надо как-то вставить. Как ее вставить? Вот тебе и галамар. А, кстати, галамар сейчас еще и этот переделался. Он теперь не Галамарт, а какой-то магазин просто бытовой техники. Нет, ну я не понимаю, какая тут должна быть деталь еще. Ну серьезно. Что, мне придется его тащить, что ли? А прикиньте, что самое интересное, по-моему, чек выкинула. Выдвижная стойка. А, она выдвижная, я так понимаю, да? Или что? А, вот она что, ребята, боже. Вот оно что. Представляете, тут была вот эта штучка. Так, а как ее закрепить? Все, я поняла. Прикиньте, я чуть не побежала туда. Ой, как тяжело быть женщиной. Я думаю, что многие мужики бы так затупили.